В столице Заполярья прошла встреча представителей музеев Норвежской губернии Финнмарк с руководителями городских и областных музеев региона. Краеведы обсудили вопросы культурного сотрудничества и реализацию совместных проектов. Представители музея Финнмарка не только посетили местные выставки, но и рассказали о проектах, которые могут заинтересовать мурманчан. В самой северной норвежской губернии находится 5 уникальнейших музеев. Один из них – музей наскальной живописи под открытым небом в Альте, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Русским людям было бы интересно посетить этот музей и сравнить живопись нашего Канозера с наскальными рисунками Кольского полуострова. In the interior of the Kula Peninsula.